M1 Global presents. Удача будем по углам. Второй основной бой этого турнира. Максим Сорока, Украина, против Ингисхана Аздоева, Республика Ингушетия. Первый раунд. У Ингисхана уже было 3 поражения. Я думаю, ему надо восстанавливать свою профессиональную карьеру, можно сказать, да, рекорд, сегодня одержать победу. А у Максима Сорока, я знаю, что пока поражений нету. Хорошо идет, и уверен, что этот бой, Руслан, будет тоже очень красивый, я надеюсь, такой насыщенный. Да. Я хотел подчеркнуть одну вещь. Вот для этого веса очень крепкие, очень хорошо сложенные атлеты, бойцы. Ну, видно, да? Видно, да, что... Да. Если я не знал бы, что они 77, я подумал, 93 как минимум. С разворота, да, попал все-таки Ингисхан? Ну, не так, как хотелось бы. Так, контролирует, да, с центра, контролирует Ингисхан. Да, он уже Максима Сорока поддавливает. Да. Уже не первый удар, да, пытается с разворота. Но как-то он не добивает. Как-то. Великолепно. Попал на добивание. Останавливает это поединок. Конечно, судья, рефери виднее, конечно. Да, хоть и Максим говорит, вот что распечатали он мог продолжить. Сухой счет Максима Сорока распечатали. А что касается Ингисхана Аздоева, я уже понял, две, что они все тебя слышат, Тимур. Вот он распечатал свое поражение. Да. Заметно было, что после, как Максим Сорока сказал, что я мог продолжить, но мне кажется, рефери виднее, когда нужно остановить бой. Да? Дело в том, что так говорят все бойцы. Да. Даже они встают через час и говорят, что да, я бы, в принципе, мог бы. Ну, что я могу сказать? Очень мощная, уверенная победа Ингисхана Аздоева. Да. Сегодня он закончил, да, свое... Технический полосу, такую черную полосу. Черную полосу своей профессиональной карьере. Ингисхан Аздоев, республика. Поздравляем, Ингисхан Аздоев. И шумно ворвался. Да. Белую полосу везения. Красиво, красиво закончил этот бой. Поздравляем, ну, Ингисхана Аздоева. Очень позитивный, улыбчивый парень, очень обаятельный, молодец.